Сражаться футбольному клубу «Анапы» с командой «Черноморец» да из Новороссийска пришлось в сложных условиях. После дождя поле пропиталось водой, и каждый удар по мячу сопровождали фонтаны брызг. Скользкое покрытие, насквозь мокрая форма. Футболисты, казалось, даже не замечают таких неудобств, преследуя главную цель – победу. Воодушевленные серией недавних побед, анапские футболисты с первой минуты матча ринулись в атаку и практически всю игру провели на половине поля противника, не оставляя ни малейшего шанса на успех. Первый тайм сыграли со счетом 4-0 в пользу анапчан. Игра завершилась со счетом 8-0 в нашу пользу, что позволило городскому футбольному клубу «Анапа» в настоящее время выйти на третье место в турнирной таблице высшей лиги открытого чемпионата Краснодарского края. Так что дождь перед началом матча – хорошая примета, по крайней мере, для анапчан. Также две игры на выезде провели анапские команды «Понтос» и «Сапфир». «Понтос» встречался в краевой столице с футбольным клубом КубГУ «Краснодар» и, к сожалению, не смог одолеть соперника. Игра завершилась со счетом 3-2. Таким образом, анапчане сегодня занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата. Неудача ждала и «Сапфир», который проиграл команде «Ахтанис-Кубань», Темрюкский район, со счетом 1-3.